Армию вызвали на ковер. В Новосибирске прошли соревнования по греко-римской борьбе среди военнослужащих. В них приняли участие 200 солдат со всей России. Подробности у Елены Щербаковой. Стрельбы, строевой подготовки, ковер и строгие судьи. На Кубок Нестеренко приехали солдаты со всей страны. Среди участников 72 мастера спорта. Надо трудолюбие большое должно быть у спортсмена, желание огромное. Ну и полная самоотдача должна быть. Греко-римская борьба стала одним из самых популярных видов спорта в армии, потому что доступна. Нужен только ковер и свободное время. Помимо того, что мы тренируем спортсменов, скажем так, высшего мастерства, мы с солдатами организуем занятия по греко-римской борьбе, потому что эта борьба одна из самых серьезных видов спорта, которые помогают, так сказать, вот физическую выносливость повышать, повышать силу, развивать чувство локтя. Столько известных спортсменов в одном месте встретишь редко. Открывал соревнования Александр Карелин. Самый титулованный борец мира никогда не пропускает такие мероприятия. Турнир проходит в 20-й раз. Больше возможностей, наверное, больше видов спорта и больше возможностей. И, к сожалению, немножко был демографический спад. Сейчас восстанавливается, но... Я вспоминаю, когда мы занимались, тогда в зале, конечно, негде было яблоко упасть. Бойцы 41-й армии всегда в числе лидеров. Сибиряки каждый год завоевывают призовые места. Нынешний турнир не стал исключением. Победили почти во всех весовых категориях. А через год на ковер выйдут уже солдаты нового призыва. Елена Щербакова, Антон Мамаев, новости ОТС.